2016 году была единственная ситуация за последние годы, когда не была выполнена ни одна из государственных программ. Их несколько десятков в министерстве программ, принятых Кабмином, утвержденных Верховной Радой и профинансированных из бюджета страны. Есть закон о бюджете Украины. Так вот, в 2016 году впервые за всю историю ни одна из медицинских программ не была выполнена МОЗом. И мой на то время эмоциональный пост был вызван возмущением по поводу того, что у нас, у врачей, нет расходных материалов и препаратов, и медикаментов для того, чтобы спасать больных.